Королевский цирк не спутать с другими. Ценители знают, шоу заслуженного артиста России и Грузии Геи Радзе – это всегда высокий уровень. Если перья, то только фазаньи, если стразы, то сваровски. Артисты только выходят на манеж, а зрители уже замирают. Роскошные костюмы дрессировщиков и акробатов сравнимы разве что с бразильскими карнавальными. Напоминают фантастических птиц. В принципе, фантастическим в цирковом представлении Королевского цирка можно назвать каждый номер. На манеже сказочные сюжеты, в основе которых невероятные человеческие возможности. Поражают джонглеры, завораживают акробаты. А еще шоу Геи Радзе – крупнейший по составу животных цирковой спектакль. Среди лам, носух, лемуров, кенгуру, яков, гиббонов, зебр и львов встречается даже пегас. Это шоу входит, наверное, в пятерку лучших цирковых шоу мира. Считаю, что городу Сочи несказанно повезло. И в так называемый красный сезон приехала великолепная программа. И что самое главное, в этой программе очень талантливо сочетается и театр и слово, и комические репризы, и балет. Королевский цирк каждый раз вызывает ажиотаж у зрителей. К слову, увидеть это шоу давно мечтают и в Монако. Принцесса княжества Стефания пригласила цирк Геи Радзе в гости. Поэтому будущей зимой артисты отправятся на главный цирковой фестиваль в Монте-Карло. Новое шоу длится почти 3 часа. И этот формат, уверен художественный руководитель и продюсер, именно то, что нужно взыскательному зрителю. Это новый цирк, это новое видение, это ноу-хау, будем так называть. И шоу может быть и 20 минут, и оно будет очень надоедливым и скучным. А может идти и 1,5 часа, как у нас идет первое отделение, и все сидят, и никто никуда не ушел. И также во втором отделении мы уже ушли, а зритель до сих пор стоит и стоя аплодирует. Это говорит о том, что шоу пролетело на одном дыхании. Представления будут проходить каждую субботу и воскресенье в сочинском цирке до конца лета. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ.